От солнечных летних дней до классиков. Путь короткий, всего пара штрихов мелом по асфальту. Пока барышни разрисовывают картинками дорожку, мальчишки упражняются в физподготовке. Альтернатива школьным урокам физкультуры. Проверяют силу рук и командного духа в перетягивании каната. В 12-м микрорайоне на площадке целый детский городок, населенный шумными веселыми жителями. Лето закончилось, и в первый день осени, 1 сентября, чтобы серьезно настроить ребят на учебный год, аниматоры провели специальную зарядку. Разминка завершилась, и через несколько конкурсов уставшим, но довольным детям, проживающим в микрорайоне, вручили билеты в кино. Церемония торжественного вручения прошла под аплодисменты. Первый раз в сквере строителей у нас проводится этот праздник после конструкции этого детского парка. Хотелось бы выразить благодарность Сергею Павловичу, нашему Сергееву, потому что мы здесь оказались в этом парке. В этом сквере после реконструкции. Спасибо депутатам нашим, нашим предпринимателям, которые оказали помощь в организации этого праздника. Также очень хотелось бы поблагодарить 21 век. Спасибо за проведение этого очень хорошего праздника. Благодарны за такие сюрпризы к 1 сентября маленькие гости праздника и родители. Замечательный праздник для наших детей. Наши дети – это наше будущее. Спасибо огромное. Побольше, конечно, таких праздников нужно организовывать. Говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Новый учебный год маленькие анапчане начали активно, весело и с настроением. Благодаря вниманию и поддержке взрослых.